сегодня наш первый рабочий день. Кто тут? Подожди, запишу видео. Смотри. Супер, мы его проведем классно и эффективно. Потому что это мы вместе придумали. Это наша общая идея. Вот, поехали. Приехали в налоговую сдать декларацию. Тут вообще очереди не было. Все очень быстренько сделали. Вот. Я, кстати, в России в налоговую первый раз. Прикольно очень. Столько окошек. В магазин Артко выбираем молнии Рири. Здесь вот нам нужны молнии для штанов. А сколько тут? 18 сантиметров, да? Нет. Вот. И примерно сказали, стоит 300 рублей. Вот. Ну, цена зависит от металла Рири. Классные такие серебряные молнии. Позолоченные, очень красивые. Тут они такие более сатиновые, и они прям отражаются в цветах. Очень красиво. А есть такая? Мы посмотрели интересный магазин. Тут комплекс уже, образцы. Да, да, да. И сейчас мы пойдем оплачивать молнии, которые мы выбрали. Нам нужны молнии для штанов. Кнопки? Это образцы кнопок, да. Ну, это под заказ. Прикольно. Ну, мы сейчас уже едем в мастерскую и поздороваемся с Никитой, передадим ему вкусняшки. Проверить, как работает электрик, и дальше мы пойдем к швее. Супер! Любимик, надо снимать таз, и мы так дальше. Да, мне тут уже сделали выговор. Это самый интересный контент. Зато мне Денис уже сказал, что я много снимаю улицы, а себя не снимаю. Если кто себя, себя тоже обязательно. Надо прям, чтобы ты говорил, что я дальше снимать не буду. Увидимся в мастерской. О, Никита, привет! Да, вообще. Да, здравствуйте. Да, Аня, очень приятно. Мы не разговорчивый человек. Звали, кстати, коробку, но это корейская версия. Да, сейчас будем пробовать. О, наконец-то. Лопается. Угу, все. Ой, такие прикольные. Да, в России такого точно не сыщешь, что там. Здесь точно поработали. Патент. Угу. И причем с каждым годом они улучшают вкус. Мне нравится. Вот будешь работать, жевать, угу. Радоваться жизни. Все. Ехали к швее. Ой, нас встречают песики. Ой, привет. Привет, ты меня помнишь? Получили холодильника. Что сделала? Да, Николай готовый. Огромный просто халат. Все, погрузили все халаты. И сейчас мы отвезем их на покраску. У нас тут своя швея. И она, мы как раз ей отвозим все наши заказы. Очень удобно. Поэтому, если кому-то что-то надо шить, мерчевое, тоже обращайтесь. Будем рады сделать. Разгружаем халаты. Ну, вообще, мы где находимся? Где мы? Где мы находимся? Тут такой, как... Мы в Пупсиганде. Такой, как будто завод. Не знаю, что тут. Я даже не знаю, где мы примерно. Все. Пошли. Изначально какого цвета? Вот такая белая. Белая? Угу. Это потом покрасили и... Угу. Да, на самом деле тут с тканями тоже можно. Вот смотри, да, как пол, они да, вообще, да? Очень классно.
А это было черное или? Это черное. Да, да, очень. Вот смотри вообще, какая модная. Модная. Да, вот тут все отвезли. Сейчас будем красить. Да, молодцы. Да. Приятно, да? Да. Это еще горячее утро. Да, да, да. Так, вот это фотография. Сегодня очень классный день, потому что мы столько всего напланировали, и в целом мы все успеваем. И позже вечером мы поедем к маме нашей отмечать бабушкин день рождения. То есть мы у нее собираемся и будем отмечать. Я очень рада, что мы все вместе соберемся. Вот выбрали. Выбрали вот такой. Да, ага. А так вот остальные букетики вот такие. Да. Вот, да. Вот либо этот думали, либо тот, который выбрали.